Как же здесь темно. Ребят? Заберите меня отсюда, мне страшно. Если нас кто-то видит в эту камеру, поймите, мы не снимаемся в кино. Это все на самом деле. Девочки, мне кажется, что мы не кино смотрим. Мне тоже кажется, что это на самом деле происходит. Кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того сегодня будет все хорошо. 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Макс, а ты слышал легенду про Хаги-Ваги, которая оживает в торговом центре в магазине детских игрушек? Пойдем? Ничего себе, да ладно. Да, я с вами, я тоже слышала эту легенду. Она действительно правда? Ребята, мне страшно, давайте не пойдем. Да чего вы, давайте сходим, это же все выдумки. Проверим заодно. Так, стоп, не могу снять этот дубль. Аня, что с вашим лицом? Вы же должны играть удивление. Простите, а вы играете какие-то слезы. Останавливаем съемки фильма, не будете сниматься. Аня, что с тобой? Я не могу, понимаешь, Диану взяли в главной роли. И у нее будет поцелуй с Максом. Я не могу, понимаешь, Хлоя, что делать? По-моему, Аня давно уже пора понять, что Макс будет с Дианой целоваться, и все. Привыкай уже к этой мысли. Сколько можно? Нам столько денег тут платят, надо сняться. Как я могу привыкнуть? Ведь мне Макс так нравится. А он должен целоваться с Дианой. Так нечестно. Я должна была быть в главной роли. Что же мне делать? Так, мне очень нужны деньги, поэтому мне нужно успокоиться и сняться в этой роли. Так, все, у меня все получится. Я так давно не был в кинотеатре. О, я сама так соскучилась, да, уже. Там Аня в главной роли с одноклассниками, вау, будет участвовать, да, в фильме. Да, это круто. Вообще, прикиньте, ей еще деньги заплатят за то, она, что она... Она сама захотела. Да. Да. Лаок, кстати... Можно накушаемся сегодня. Что брать будете? Попкорн или что? Да, я, пожалуй, возьму попкорн. Вот этот мне дайте, вот этот самый правый. Мне кажется, она там на одну попкорнинку больше. Балди. Попкорна наемся, я люблю кушать. А мне, пожалуйста, тоже попкорн, вот этот справа. Ну хорошо, и вам попкорн. Блин, он упал на пол. Вы не видели? Да ё-моё, попкорн. Да что ж он падает из рук? Блин. Вы знаете, походу я не буду этот попкорн, он уже по полу извалялся. Можно мне нормальный, чистый, вот этот правый? Да боже мой, у нас полы чистые. Ну ладно, берите новый попкорн, нашлась принцесса тут. Блин, какая странная, да, продавщица. И мне, пожалуйста, один попкорн, давайте быстрее. Да, вы не... Мы опоздаем в кино, давайте быстрее, давайте попкорн, быстрее, давайте. Я себе решила взять газировку еще. Опа, это же Влад А4. Что будете брать? Юленька, ты что будешь? Я буду пончик и воду. Нет, я попкорн не буду. Чего это? Нет, спасибо, мы не будем попкорн. Попкорн у нас самый вкусный. Очень свеженький. Вы зря не берете его. А, да ладно, спасибо, я пончиком обойдусь. Да, странная какая-то. Я тоже не буду попкорн, возьму себе вот такие печеньки. Слушайте, мне немножко стрёмно. Давайте быстрее, уже дождь начался, идемте. Нет, ребята, мы не можем идти в магазин игрушек. Вы что, не слышали легенду, что ночью... Аня, ты что, веришь в эту легенду про Хаги-Ваги? Да, он действительно существует. Да, и ночью жрает детей. Ну вы, девчонки, смешные. Конечно же, это все неправда. Идемте уже в магазин игрушек, я вам все покажу. Отлично, дубль снят. Переходим в магазин игрушек. Ну что, все готово к нашему эксперименту. Сегодня будет важный день. Прикинь, что будет. Дети будут закрыты в магазине игрушек. И Хаги-Ваги придет к ним. Да, а родители в кинотеатре ничего не будут подозревать. Будут думать, что это просто кино. Как же здесь темно. Ребят, почему вы меня бросили? Блин, еще и фонарик не работает. Да включайся же ты. Так, здесь кто-то есть? Ребят? Что это за странные шорохи? Ребят? Родители, вы сегодня увидите своих детей в главной роли, но нам нужно забрать у вас телефоны, чтобы они вам не помешали. Сюда давайте все телефоны. А что, телефоны сдавать надо? Ну ладно, у меня новенький, я его только купил. Айфон настоящий, Nokia.
Так, берите мой телефон, но, честно говоря, это немного странно. Вы не потеряете там их? Угу. Да ладно, забирайте уже телефоны, нафиг он мне нужен. Может, так надо? Отлично! Ну что, готовы увидеть фильм с вашими детьми? Ну ладно вам, хватит, Аня и так уже испуганная. Да ладно тебе, Макс, ну и что, проучим ее. Ребят, вы здесь? Почему так странно? Почему никого нет? Ребят, ну мне правда уже страшно, ну хватит уже пранковать меня. Вы здесь? Вы здесь? Что это за странный шорох? Аня, это мы! Не пугайся, пожалуйста! Мы немножко просто спрятались, ты же так долго собиралась! Ну, прости нас, пожалуйста! Мы... Чё ты извиняешься, Макс? Аня, нечего было так копошиться! Ну, вот именно! Мы тебя уже все ждали! Да ладно, ну чё вы? Ну, собиралась она долго! Лучше давайте посмотрим, что в этом магазине игрушек! Вот именно! А где камеры? Вот же камера! Мне уже не интересно, почему нет режиссера? Что происходит? Не знаю, но мне кажется, нас точно сейчас смотрят. Всем привет! Так, это не смешно, я проверил, все двери закрыты в торговом центре. Да ладно вам, сейчас режиссер придет и начнем фильм снимать. Ребят, мне страшно. Да вы чего? Ну правда, все двери закрыты. В смысле? Мы заперты в этом торговом центре и не можем отсюда выйти. Понимаешь, Диана? Блин, девочки, конечно, нарассказывали. Шорохи какие-то слышат. Вроде шорох отсюда идет. Странный звук. Тут кто-то есть? Чё? Чё за нафиг? Ребята, вы чё там? Не шутите так. Чё это? Это чё, жившая игрушка? Вы чё? Она чё, шевелится? Ребята! Ребята, помогите! Нет! Ребята! Камиль, это уже не смешно. А он, походу, не шутит. Камиль? Где он? Я не знаю. Он исчез. Какой кошмар. Слушайте, я понимаю, что это ужас. Но, блин, он реально такой страшный. Да, как уж... играет натурально. Прям вообще, как в хорроре прям. Ага. Я не ожидал. Такие талантливые все. Реально, как я вообще верю, как будто по-настоящему. Так. Профессор, вы гений. Даже не подозревают родители, что сейчас с ихними детьми случится. Они думают, что это просто кино. Блин, у меня попкорн закончился, я еще себе возьму, потому что он очень вкусный. О, мне возьми водички. Хорошо. Во время фильма нельзя вставать с места, сядьте. Что? Почему? Валерий, ну ладно, не возмущайся, садись. Ладно, что-то очень странно. Ведь эта женщина какая-то странная, мне сразу не понравилось. Вообще, почему нельзя за попкорном Я сходить? Ничего не понимаю, телефоны забрали, с места вставать нельзя. Если я в туалет хочу. Капец, это какой-то школьный фильм или вообще, что это происходит? Мне тут очень стрёмно. Да. А мне вообще страшно. Пора уже начинать нашу игру. Ребят, мне кажется, Камиль уехал на первый этаж. Я поеду съезжу, посмотрю. Камиль? Ты здесь? Сейчас точно здесь должен быть дежурный охранник. Сейчас подойду к нему, и все будет хорошо. Охранник? Почему никого нет? Ребята, мы что, реально одни в этом торговом центре? Никого? Я так и знала! Ребята, заберите меня отсюда, вам не страшно! Если нас кто-то видит в эту камеру, поймите, мы не снимаемся в кино! Это все на самом деле! Спасите нас, пожалуйста! Нас заперли в торговом центре! И тут реально какой-то есть хаги-ваги. Камера следит за нами. Ребята, ребята, идите сюда скорее. Мне кажется, я придумала, у меня есть план. Я точно это где-то видела, здесь должна быть карточка. Так, мы проберемся с вами в комнату и там спрячемся. Откуда, Аня, ты это видела? Ребята, ребята, это просто нас заперли, там никого нет. Я так и знала. Мы одни в этом торговом центре. Скорее, нам нужно спрятаться. Идемте быстрее, я знаю. Аня, ты уверена? Да, да, я точно это видела. Здесь есть тайная комната. Аня, ты просто гений. Открывай ее скорее. Так, вроде карточку надо сюда вставить. И должна... Да ладно! Это реально комната камер. Смотри, здесь все. Мы были здесь, за нами следили? Офигеть! Реально, по всему торговому центру эти камеры. Ребята, мне страшно. Мне кажется, я слышу какой-то странный шорох в той комнате.
Да нет, я кажется. Да нетушки, я спрячусь здесь. Ребята, ну правда, уже не смешно. Пожалуйста, если вы нас слышите, кто-нибудь, помогите нас, пожалуйста, спасите. Мы заперты в этом торговом центре. Он идет. А, нет, помогите! Хлоя? Хлоя исчезла. Ее нет на камерах. Она стояла только что возле лифта. Ребята, что происходит? Мне очень страшно. Капец, мне кажется, мы все умрем. Сегодня это случится. Да нет, ну ты же говорил, что Хаги-Ваги неправда. Это все придуманная история. А вдруг нет? А вдруг Хаги-Ваги действительно жрет нас тут всех? Надо убежать. Аня, я думаю, это последний наш вечер, и мы сегодня можем умереть. И я буду больше всего жалеть только об одном, если не скажу тебе. И, Аня, я люблю тебя. И всегда любил только тебя. Макс, Макс, я тоже тебя люблю. И тоже всегда тебя любила. Блин, я что, оставила их вдвоем? Эй, ребята, подождите! Вы что тут делаете? Я не поняла. Да ничего мы, Диана, не делали. Слушайте, я придумал план. Идемте скорее. Да, на третий этаж. Там был кафетерий, там есть ножи. Может быть, мы сможем найти, чем защитить себя. Точно, поехали на третий этаж. Быстрее. Так, родители, спокойно. Никто не выйдет с кинозала. Как это? А я же в туалет хотел. Ребят. Что? Тут что-то точно не то. Да. У вас тоже такое ощущение сложилось, что мы не кино смотрим, а как будто это на самом деле с ними происходит. Да. Ладно. Их заперли в зале. Ребята, вы слышали эти странные звуки? Нам нужно где-то точно спрятаться. Давай в кладовке спрячемся. Блин, как жалко, что мы телефоны отдали. Ребята, что? Я вам по секрету скажу, что? Я не отдала свой телефон. В смысле? Мы же видели. А он у меня в кармане. Так ты отдавала что-то им? Нет, я им не отдавала телефон. По секрету я им отдала калькулятор. Калькулятор? Какой ты молодец! Какой ты? Супер, додумалась! Балди, это ты дал калькулятор Валерии? Да, Балди. Это мой школьный. Я не думал, что она так схитрит. Какая молодец. Вот умничка. Молодец, осталась. Ребята, тише, нас сейчас услышат. Надо как-то тайно позвонить полиции. Валерий, только давай. Я не могу его достать, а то меня сразу запалят и заберут его. Я тебя прикрою, Валерий, доставай. И срочно звони в полицию. Так, тихо, Балди, тихо, они нас слышат. Аккуратно. Я закрыл, тихо. Давайте, девочки, скорее залазьте. Блин, тут какие-то шмотки, надо все убрать. Давайте, девочки. О, фонарик, фонарик нам пригодится. Так, давай я его возьму, все, отлично, он включился. Скорее, скорее, Диана, быстрее. Блин, мне так страшно, вы слышите эти звуки? Теперь тоже слышится. Мне кажется, он на этом этаже. Лера, ускоряйся, к ним приближается Хаги-Ваги. По-моему, он ушел. Я не боюсь тебя. А ну, иди сюда, Хаги-Ваги. Че? По-моему, он ушел. Нет, слушайте, он в баре. Че? Он там жрет пироженки. Да ладно, может, он там наестся и нас есть не будет. Так, я это, хочу убежать. Ребят, подождите меня. Что случилось? Мне в туалет срочно надо. Диана. Ребята, мы спасены. Там охранник заснул. Чё? На унитазе сидит охранник. Да ладно. Ура. О, дети, вы что тут делаете ночью в торговом центре? Извините, но нам очень нужна ваша помощь. Выходите из туалета. Может, вам туалетку дать? Так, дети, ну и шутки у вас. Ну, заснула я немножко на посту. Это просто не обращайте внимания. Тут на нас охотится Хаги-Ваги, понимаете? Кто? Какой? Маньяк? Срочно прячьтесь, я сейчас вызову подмогу по рации. Ну, как бы не маньяк, это игрушка ожившая. Позвонила, но мне нужно направить им видео. Мне осталось 5 секунд. Балди, подожди, прикрой меня. Спокойно, я тебя прикрываю, отправляй, не спеши. Все хорошо, дети, мы обезвредили бомбу, освободили торговый центр, можете выходить. Ну, наконец-то, я-то думала, моя рация не работает. Это рация вызвала вас? Нет, это какая-то девочка-валеришка. Да ладно, это моя сестра, она меня спасла. Опыт выходит из-под контроля. Активируем вторую бомбу, срочно. С этого кинозала никто не выйдет. А зал заминирован, вы сейчас все взорветесь. Ребят, я обезвредил бомбу. Я же лучший ученик по физике. Так что это была легкая бомбочка. Смотрите, ничего не взорвется. Аккуратнее, вы чего? Вы серьезно? Макс, ты просто гений. Вот это ученики.
Ты классно, вообще молодец, физику учишь, умница. Блин, как хорошо, что мы успели всех спасти. Да. Это какой-то кошмар. А никто не знает, куда делись Камиля Хлоя? Что? Что?